Друзья, меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый Лад, и здесь мы становимся гитаристами, которых хочется слушать. Время от времени мы выпускаем видео по импровизации, и сегодня такой день. В нем я покажу вам, как строить свои фразы. Вы просили об этом в предыдущем выпуске, и сегодня мы давайте с вами сделаем это. Сразу спойлер, мы с вами не будем на ходу придумывать свои фразы, мы будем брать фразы, шаблонные фразы из классического рока и... говорить о том, как их объединять между собой. Я буду давать вам лайфхаки, чтобы у вас получалось что-то приблизительно как у меня и, естественно, лучше. В предыдущем выпуске мы с вами говорили, что педаль ищет своего хозяина, и мы разыгрываем ее снова. И наш беспристрастный робот, распорядитель подарков, выбрал именно этого человека. Его вы сейчас видите на экране. Если вы этот счастливчик, то откликнитесь, пожалуйста, в описании под этим видео будет... дана информация, куда нам писать. И напишите нам, мы удостоверимся, что вы именно тот человек. И педаль найдет своего владельца. И я вас поздравляю. Big Muff, сила. А если вы на нашем сообществе первый раз, то подписывайтесь на нас. Натирайте наш колокольчик докрасна. Оставляйте комментарии, что вам еще интересно по импровизации. Мы обязательно увидим это и будем мотать на ус. Давайте теперь взглянем на гриф гитары и разберемся, что там и как. Итак, друзья, давайте сначала разберемся, где мы с вами находимся. Мы с вами находимся в тональности ми минор. Будем разбираться с ней. Я специально взял форму первой позиции пентатоники. Ее все знают, как минимум. Вот она, если вы ее не знаете. Но если вы ее не знаете, вам, конечно, тяжелее проходить этот урок. Но, тем не менее, можете посмотреть. Вот она, это первая позиция пентатоники. Ми. Ми минор. Я специально, опять же, не брал здесь никакого недорийского минора. Там в одной фразе я добавил только блюзовую ноту, так называемую. Но, то есть, максимально просто. Смотрите, в чем смысл и проблема одновременно импровизации? Смысл импровизации и, в кавычках, возьму сочинение собственных фраз, в том, что вы перерабатываете всю ту классику, которая у вас уже есть. Нет такого гитариста, который бы взял и сходу начал придумывать бы что-то свое. И правда, реально так не бывает. Рок-музыка своими корнями упирается в конец 19 века и в так называемое сонгстерство, и в блюз, и в классический блюз и так далее. То есть все, что у нас на глазах происходит, и все, что мы знаем про лучшие там 100 альбомов классик-рок и так далее, это тянется уже более 100 лет. И в мире нет такого вопроса, что я вот сейчас выучил пентатонику, и я сейчас начну какое-то необыкновенное новаторство. Все понимают, что надо сыграть много-много классических соло, вынуть оттуда фразы, которые вам нравятся, и с помощью этих фраз уже начинать вырабатывать некий свой стиль и так далее. Свой стиль может быть во много в чем, то есть вот как раз я сейчас вам и покажу, в чем должно быть ваше творчество. Потому что обычно творчество у людей и у студентов начинается слишком-слишком рано, когда они еще не готовы к нему. Итак, у вас есть несколько фраз. Я сейчас покажу каждую из них. Это будет тоже, в общем, ценным здесь, в этом уроке. Начнем такое с фразы, которую часто играл и Джимми Хендрикс. Вариация фразы, которую часто играл Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон и так далее. Сначала вы делаете бенд. От 15-го лада до 17-го. Потом вы играете... вот эти три ноты. 12-й лад первой струны. И здесь обратно. 15-12 срывом. А затем такой типичный клэптинизм. То есть вы сначала тянете от 15-го до 17-го на первой струне, а потом тянете 4-тонный бенд.
Обратите внимание, что у вас первый бенд. То есть у вас первый бенд прям такой большой, а затем маленький. И медленный. Вот она ваша фраза. Она сама по себе будет хорошо звучать в импровизациях. Я сейчас, когда мы разберем все из этих фраз, я покажу, как они звучат в импровизации по отдельности. Вот, да? Дальше. Фраза такая. Здесь как раз задействована блюзовая нота. Это фраза с очень восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Это и в классик роке там было, и в, с удовольствием пользуются такие гитаристы, как гитаристы Aerosmith, Motley Crue и так далее. В общем, весь глэм-рок. Это все любят, это все пошло, естественно, с классик рока из Англии, Америки и так далее. Из блюз-рока. Смотрите, мы здесь задействуем блюзовую ноту, это ж 15-го третьей струны. Здесь мы играем срыв. Потом играем эту блюзовую ноту и идем обратно сюда в 12-й лад. Видите, такой диссонанс, точнее слышите. Если вам удобно играть третьим пальцем, играйте третьим пальцем. Если мизинцем, то мизинцем. Неудобно мизинцем такие вещи играть. Потом я опять возвращаюсь на эту блюзовую ноту и играю такое. 15, 14, 12. А потом я играю вот эту вот кварту, чтобы разбавить это все и добавить такого рок-звучания. Такое у вас получается. Обратите внимание, что здесь у вас перекат. Вообще, в принципе, фраза технически довольно сложная. Я вам накидаю сейчас 4 фразы, которые вы можете соединять. Если вам одна из них будет сложная, играйте с другими фразами. То есть здесь для разных уровней это все подойдет. Это, да, вторая фраза. Причем эта фраза может звучать... Она такой хорошей будет и... И она будет в более быстрых темпах тоже звучать очень хорошо. Следующая фраза такая. Здесь мы опять же играем классический ход, скатываясь с 14 до 16 лада. То есть мы, в общем, фактически уходим во вторую позицию пентатоники минорной ми. Здесь мы играем 15 лад на второй струне. Обратите внимание, что все эти слайды, они резкие. Вы словно в тонику приходите, здесь четвертон в конце. Вот такая ваша фраза. Это ваша третья фраза, ну и четвертую давайте возьмем классику от Чака Берри от 50-х годов, и в общем до сих пор этой фразой пользуются. Прям рок-н-ролл, как он есть. Мы играем бенд от 14 лада до 16. То есть сразу здесь мы сыграем не вполне как Чак Берри, а более грязно, более по-панковски. То есть мы сразу положим сюда указательный палец на 12 лад 1 и 2 струны и просто будем делать бенд. Вообще ничего не будем глушить, просто играть переменным штрихом. Это ваша четвертая фраза. Итак, у вас четыре фразы, которые мы взяли из разных источников. Первая это условно блюз-рок а-ля Хендрикс и Эрик Клэптон. Вторая фраза это такой уже более современный блюз-рок с элементами скоростной игры, чтобы да, было поинтереснее. То есть это прям такая... Сейчас дальше расскажу, как я мыслю, когда соединяю все эти штуки. Третья, ну просто некая фраза, чтобы уйти... немножко из вот этой позиции. И последняя фраза просто сыграть дабл-стопами и дать такого рок-н-ролла. То есть, как видите, они все немножко разные. Первая фраза насыщена бендами. Это первый момент. И они здесь быстрые, медленные и так далее, разные. Вторая фраза условно быстрая. То есть, уже скоростная в наше время не надо говорить. Надо говорить просто шустрая. Потому что скоростные, это понятно, что что-то более прогрессивное, депрессивное.
Третья фраза, мы уходим, используем слайды, уходим из основной позиции. И четвертая фраза, это такой панк, рок-н-ролл и отрыв. Как я мыслю, когда соединю эти фразы, давайте сейчас попозже поговорим. Давайте сначала просто я вам сыграю каждую из фраз под вот этот самый бэкинг-трек. Итак, прям 4 фразы по очереди. Еще раз. Вторая фраза. И быстрая. Третья. И последняя фраза. Итак, друзья, видите, в принципе, уже как бы играя эти фразы по отдельности, здесь присутствует некая, ну, назовем это пафосно музыкой. В чем обычно бывает затруднение у студентов, в принципе, у всех? То есть даже когда они разбирают такие фразы, они их потом не могут состыковывать. И считается, что некие собственные фразы, это вот прям, когда вот вы садитесь... И прям начинаете с нуля сочинять какие-то свои фразы. Нет. Свои фразы, это условно, когда вы берете у Джимми Хендрикса... Из него делаете... Просто, видите, я фактически сыграл то же самое, просто по видоизменял это все. Как ритмически, так немножко и мелодически. Это первый момент, когда вы можете изменять соляки. Итак, вот у вас первая фраза. Вот я ее заканчиваю не вот в этот бенд, а в тонику. Итак. Это первый вариант, что я могу сделать. Просто закончить другую ноту. Дальше я могу ускорить ее. Условно, если у вас была фраза в стиле Хендрикса, потом пришел Джонни Винтер и просто взял и ускорил. И условно какие-нибудь Пол Гилберты, когда вот эти все блюзовые идиомы, у Пола Гилберта, насколько я помню, плохо знаю творчество, у него есть, по-моему, альбом посвящение Хендриксу, он, в принципе, все то же самое играет, просто с какими-то нечеловеческими скоростями. Это условно, если вы мыслите быстро, какими-то быстрыми фразами, то... Ваш вариант такой. Если бы это сыграл условный Дэвид Гилмор, он бы накрутил туда море эхо. И просто, да, делал бы много вибрато, много тянущихся нот и так далее. Просто, ну, еще и другим звуком, естественно. То есть, вот оно, творчество. Вы берете одну и ту же самую идиому и раскладываете ее... Как бы исходя из своего внутреннего ощущения, из своего богатого внутреннего мира. Вот. Это первое. То есть, опять же, вы можете сыграть... вы можете сыграть... Более чисто, используя здесь перекат. А можете более грязно. Как я сказал, более по-панкски. Вот это и есть творчество. Естественно, более грязно не значит мини-то. Технично и так далее. И это первый аспект того, что вы обязаны делать с фразами. То есть не сочинять, брать фразы. И причем, естественно, это вы должны... Не делайте так, что вы смотрите в YouTube некие лики в стиле. И потом пытаетесь это все сыграть. Это путь из базового довольно сильно в никуда. Играйте целиковое соло. Если вы уже опытный игрок, и вам хочется там что-нибудь освежиться, тогда вы можете брать эти лики. Если вы игрок неопытный, то вам надо играть много-много-много готовых соло. Итак, следующая проблема обычно, которая стоит перед студентами, это невозможность и непонимание, как соединять несколько фраз между собой. Опять же, таким образом еще более углубляясь в собственное творчество. То есть, у вас есть некий концепт того, как вы видите свои импровизации, там игры и так далее. И вы просто подгоняете...
фразы, которые есть под вот ваши это мироощущения. И вот с этим уже проблемы. То есть, когда действительно есть запрос в творчестве, а это и есть творчество, то тут как бы у всех опускаются руки. Итак, вот у вас есть две первые фразы. И есть вторая фраза. Видите, у вас первая фраза оканчивается на этот бенд, вторая начинается... Если вам хочется... Вот с этой ноты. Если вам хочется сочинить вот эти две фразы, то есть как вы должны мыслить, как я, по крайней мере, мыслю, я могу с вами лишь делиться собственным опытом, естественно. Итак. Вот, это та нота, которая свяжет вашу первую и вторую фразу. И когда вы их... Эти две фразы свяжутся. То есть, и дальше, как вы можете уже потом, когда импровизируете, сидите, а вы должны просто включать бэкинг-трек и соединять вот эти фразы, по-разному их крутить и так далее. То есть, не надо наваливать все, что вы знаете, и пытаться из этого сочинять какую-то импровизацию. Вы должны работать с конкретными вот этими двумя фразами. Ограничивайте себя постоянно и дисциплинируйте. Итак, опять же, то есть, вот у вас вся фраза звучала так. И потом вы ее соединяете со второй. Вы можете сказать, ну, я могу сыграть и по-другому, я просто могу сыграть вот с этого бенда. А могу сыграть и вот с этого бенда, и тогда получится немножко другое. Когда у вас будет несколько таких заготовленных вариантов, естественно, вам будет гораздо и гораздо проще варьировать их в собственных сочинениях и импровизациях. Важный момент. Естественно, все эти фразы должны быть у вас очень хорошо выиграны. Если вы просто теоретически знаете, как эти фразы играют, что большинство сейчас людей делает, смотря интернет, это не значит, что вы их умеете играть. То есть, если вы знаете, как играется арпеджио аккорды, ну, то есть, как бы, вы умозрительно знаете, то, как бы, если вы не играете руками, это значит, что вы его не знаете. Вот. И таким образом, как я, когда импровизировал и когда это все готово, как я думал. То есть, вот я буду... Я не знаю заранее, сколько у меня будут длиться вот эти бенды, сколько мне захочется, но я знаю, что я буду играть следующую фразу, ставя указательный палец сюда, и дальше у меня все поедет. И дальше у меня все поедет сюда. То есть я делаю бенды, кайфую и так далее, но в голове держу вот эту вот ноту и вот этот вот указательный палец, который в нее ставит. И дальше что я сделаю здесь? Это первый момент. Дальше у меня условно есть вот эта вот фраза. То есть... Опять же, как я ее соединю с этой? Ну, то есть, явно мне не очень нравится, как я буду играть... То есть, я закончу на этой ноте и сразу поеду сюда. Мне это не очень нравится. Я хочу немножко на полшага сюда. Ну, я так слышу и так вижу. Я хочу на полшага отойти... А потом сыграть вот это уже. То есть я возвращаюсь в эту ноту, потом в эту, и потом делаю вот этот слайд сюда. То есть условно. И здесь уже я понимаю, что мне комфортно, я могу, ну, опять же, обладая нормальным вибрато, просто везде висеть здесь сколько мне надо. И потом уже, когда я нависелся... Я не знаю, сколько я буду здесь висеть, это по ощущениям, но я знаю, что я буду возвращаться. Я буду возвращаться, опять же, через вот этот вот конкретный слайд. То есть я держу в голове, что вот я сюда пришел, я могу что-то. Но я знаю, что когда я наигрался здесь, я вернусь через вот этот слайд и окончу фразу так. Естественно, вы это должны, ну, не просто договориться с самим собой там в голове, вы должны это много раз сыграть, чтобы у вас руки знали, что вы от них хотите. Вот. И таким образом я соединяю эти фразы, но я могу миновать вот эту фразу, я не обязан ее играть каждый раз, потому что она как бы, ну, она такая запоминающаяся и конкретная, она будет звучать утомительно, если вы каждый раз будете ее играть, а вот эти игры с бендами, они всегда хороши. И вот я условно придумываю, как я подхожу. Вот в эту ноту я могу просто спуститься вниз по пентатонике. Вот я просто играю вниз по пентатонике. А потом еду сюда.
потом все-таки я еду сюда. То есть вы просто заранее придумайте, как это сделать. Как я и сказал. И, условно, я знаю, что у меня в какой-то... есть кульминация моего соло. И на кульминации меня устраивает, как я играю. Вот эту штуку. И я просто так же, как я к ней подхожу. То есть у меня первая фраза здесь начинается с бендера. Естественно, я должен понять, в какую ноту я приду перед этим. Опять же, допустим, вот в тонику ми, 14 лад 4 струны. Вот я вишу здесь на каком-то ярком вибрато, а потом я понимаю, что мне надо сыграть и выйти сюда, потому что из этой ноты, из тоники, естественно, я не сыграю сюда. Это будет немножко странно звучать, и здесь более диатонический учет хочется. Соответственно, и следующая нота будет вот эта вот. И видите, когда я знаю, что у меня вот эта нота, потом вот эта, и потом я выхожу на вот эту вот фразу. У меня руки это все играют. Естественно, сначала у меня в голове решается, что все будет так. Потом это все дается рукам. То есть не забывайте, что у вас голова как бы главнее, чем руки все-таки. Соответственно, все решения принимаются в голове. Потом уже, если у вас что-то выиграно, то в руках это все работает и так далее. Вот. Если, допустим, я хочу выйти наоборот с вот этой фразы, которая высокая, я пойду просто вниз, опять же, по пентатонике. Не надо бояться и ходить просто туда-сюда по пентатонике, если у вас это все происходит в рамках подготовленных таких хороших фраз. И я просто... И вот я выхожу на этот бенд, и когда я выхожу на этот бенд, то есть у вас получается, вы играете 12 лад первой струны, 15 лад второй, 12 лад второй, и выходите на этот бенд от 14 лада. И я готов выйти вот уже на вот эту рок-н-ролльную вертушку. Соответственно, вам важно понимать, через какие ноты вы выходите на определенные фразы. И... Первое время вам будет даваться, естественно, это тяжело, с большим усилием, с большим напряжением и так далее. Но чем больше и больше вы будете таким заниматься, тем более привычно для вас будет эта деятельность. И, соответственно, в какой-то момент у вас это будет происходить на автопилоте. Но именно таким образом у вас и происходит соединение некоторых фраз, чтобы у вас это все лилось. И условно, как вы видите, я вначале использовал все вот эти четыре фразы, в общем-то. Это может... выражаться дальше в музыке и так далее. И дальше все зависит, как я и сказал уже, от вашего опыта. Главное, что вы должны делать, это понимать, какие фразы у вас стоят рядом. Вы можете даже заранее это все сочинять от и до. Это называется сочиненная импровизация. Такими вещами тоже надо заниматься. Потому что вокруг импровизации очень много мифов, что просто вот распинают тебя, и ты хватаешь гитару, и что-то начинаешь сразу жарить. Нет, все очень сильно заготовлено и так далее. У любого гитариста, просто абсолютно любого. Ну, даже если мы будем брать каких-то очень авангардных джазовых музыкантов, все равно ходы у них там заготовлены, они понимают, что следует за другим и так далее. Вот, друзья, чего я и вам советую. Дисциплины, занятий, и когда вы занимаетесь импровизацией, занимайтесь конкретными вещами. То есть встраивайте фразы в разные бэкинг-треки, понимайте, как она играется от начала до конца. Потом жените фразы между друг другом. Чем вы больше будете этим заниматься, тем больше будет развиваться ваш собственный гитарный стиль. И просто ваш гитарный скилл и ваш просто музыкальный, ваша некоторая музыкальность. Как видите, я вас обманул, я на самом деле не настоящий сварщик. То есть мы в этом видео не прям сочиняем фразы с нуля. Просто потому, что этим особо никто не занимается. То есть, если мы говорим про сочинение каких-то мелодий с нуля, это вообще другой навык, и мы про него не говорим в этот раз. Мы говорим просто про, вот, как происходит такого рода импровизация. Оставлю вас с этими глубокими мыслями. Надеюсь, вам это действительно помогло. Пишите в комментариях, как у вас происходит процесс обучения с этим всем. Я с удовольствием это буду читать и, возможно, помогать вам, если что-то у вас встанет. Еще надо сказать, что мы проводим пару раз в году рок-марафоны, где занимаемся подобными штуками. Я рассказываю, как ими заниматься. И более того, проверяю у вас домашние задания, как вы этим занимаетесь.
Если вам интересно, ждите подобных ивентов, когда у нас будет в следующий раз, мы точно не знаем, но планируем еще в этом году один провести. Так что следите за событиями, обновлениями и так далее. До свидания, друзья. Отрабатывайте эти фразы. Надеюсь, эта информация была для вас очень ценной и продвинула ваше понимание про то, как вообще, в принципе, строится импровизация и сочинение ваших соло. Увидимся в других выпусках. Постараюсь помочь вам еще как-нибудь. А вы пишите в комментариях, как именно. Всем пока.